Мы с ребятами идем в Secret Shop. Подушки брали? Да, брали, но по ним еще какие-то штучки такие дали. Носки? Нет. Там, где все команды принесли. Ну, вряд ли это носки, прям похоже, как носки. Вот такая еще кофта. Когда она тусклая, кино ярче. Еще футболка. Ну, в общем, вот ты думаешь. Если я не ошибаюсь, то у меня 100% попадания. Это статуэтка. Сколько статуэток взяли? Все. Хорош. Мы по максимуму. Ну, это пальцы, мои попытки были ужасные. А, это шапка женская. А ну, оденешь? Сахар. Надень. Наденешь. Сначала попросить такие страны, как Германия, США, Россия, Малайзия. Слушай, или... Да, классно. Новые места. Смотреть. Мне нравится этот значок. Да, здорово. Пока что я еще не особо путешествовал, только лощина. Но вот... Так, что есть еще интересно? А, вот очки еще мы взяли. Две штучки себе и Глебу. Тебе Дота 2. Нет времени, потому что я на головку пустила. Но это уже начинается. Я живу в О, спак. Спаком еще идут батарейки, и он должен светиться. Это, не знаю, это там уже не вставлены, да. Там где-то батарейки. На улице и так далее они не светятся. Как вы думаете? Подожди, вот Тайхан. Толь, сколько оставили в Secret Shop денег? $800. Мы еще не так много оставили. А ты, Акбарыч? Секрет. Я оставила где-то долларов 100, наверное. Слушай, вот это классная штука, ковер. Да. Вообще прикольный. Короче, все уже верно, все, что я не понимаю. Короче, шопинг завершен. Можно открыть одну штучку? Давай. Одну микроплюшку, значит, устроим. Они выпадают рандом, да. То есть ты не знаешь, нет, что нет, не выбираешь. О, ты Урсу себе купил. А ну, Акбарыч, показывай, что ты себе купил.
Давай. Но заглянуть можно? Так, у Акбара еще здесь. Это плакат? Да. Плакат. Они большие. Футболки. И кофта. Брюмастер. Он как-то перепил, наверное. Ванёк, а ты что взял? Вот. Ванёк, покажи ей сумку. Вот жулик. Еще одну. Да. В прошлом году у нас были одни лечи. Мы их потом приняли, ходили за всеми. Сколько вы этот раз взяли, Леша? 12 штук. Ты не открываешься. Джиггернау. Но не позже, чем прикольные. Да. Его можно как брелок вешать на рюкзак. Красиво. И еще одну. Давай. Пока поле открывает, покажу, что я взяла. На самом деле у меня ничего интересного. Это друзьям. Коробки с фигурками, тоже плюшки, что еще? Футболка. Кстати, думала себе взять такую футболку, но передумала. Вот, я себе взяла вот такую с Тейпхантером. И Дайер. Дайер Трон. А ну-ка, вот. О, прикольно. Повезло, все разные пока что. Пока что да. Ладно, спасибо за экскурсию.